Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о шведском вальхунде. Несколько веков назад шведские вальхунды использовались пастухами для выпаса скота. Сегодня же эти собаки популярны в качестве компаньонов. Шведские вальхунды энергичны, преданы и дружелюбны. Они хорошо подходят для активных людей и больших семей с детьми. Знаете, мы искали собаку, подходящую нам по характеру. Хорошая, дружелюбная, смешная. Смотрите на нее, смотрите на эти лапы. Нам она подходит. По размеру подходит. Шведский вальхунд имеет крепкое вытянутое тело небольших размеров. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 32 до 35 сантиметров, а вес колеблется от 9 до 14 килограммов. Шерсть у этих собак средней длины, плотно прилегающая к телу. Окрас в большинстве случаев волчий. Шведские вальхунды – общительные, любопытные собаки. Они хорошо ладят с детьми и отлично уживаются с другими домашними животными. Однако в случае опасности могут постоять за себя и свою семью. Ну, у нее есть характер. Она очень дружелюбная. Она, в принципе, не конфликтная, но если с ней начинают конфликтовать другие собаки, она дает сдачи. Она не смотрит на размер других собак. По чужим детям видим, что она очень любит детей. Очень любит. Это вообще крайне дружелюбная порода. Даже слишком, на наш взгляд. Уход за шведским вальхундом несложен. Шерсть собаки рекомендуется расчесывать раз в неделю. Купать самого питомца стоит по мере загрязнения. Кроме этого, важно не забывать следить за состоянием глаз, ушей, зубов и когтей животного. Шведским вальхундам необходимы регулярные физические нагрузки. Этим собакам нужна возможность выплескивать свое море энергии. Гулять она любит, она, если бы у нее была воля, она бы гуляла вообще всегда. Ухаживаем, как за обычной собакой. Купаем очень, стараемся пореже купать, чтобы не влиял на шерсть. Шерсть нет, обычно не обращаем на это внимание, у нее очень хорошая шерсть. Чешем редко. Покупаем какой-то корм специализированный, не очень жирный, что ей нужно больше двигаться. Такая очень подвижная порода, порода пастух. Средняя продолжительность жизни собак породы шведский вальхунд составляет от 12 до 15 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!